Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я добрался до битвы замков на русском сервере. У нас, как обычно, в понедельник коллекционеры. И, как всегда, я вам покажу, какой шанс на выпадение слизней. Возможно, сегодня улучшенный шанс, хотя я в этом очень сомневаюсь, что IGG сделали нам какую-то хотя бы скидку на праздник. Посмотрим. Сейчас посмотрим, какие там награды. Давно я уже на этот аккаунт не забегал. С выходом Brawl Stars. Весь интерес там. Так, окей. Набор Рождества добавили. Смешно просто. Так. Затрату ничего не поменяли, понятно. Так, ну что за коллекционер? Снова сила ни о чем, ара. Ну еще ладно, для бездоната неплохо. Череп ни о чем. Танки тоже ни о чем. Ну тут дадут 100 рун 5. Ну, в принципе, для бездоната это реально неплохо. Получается, что у нас 30 тысяч кулаков. Ну, такое. Ну, для русского это, конечно, топчик. А, плюс 3 сумочки, где можно выбить камни. Но камень падает 1 с 10. Это такой более-менее шанс. Ну окей, поехали. 31 тысяча самого у нас. Попробуем собрать слизней. Так. Просто читерно, как всегда. Тыковка. Рыцарь. Дракос. Друид. Вот первый слизняк есть. Начало неплохое было. Посмотрим, что же будет дальше. Второй. Может заролить по 150, все. Посмотрим, какой шанс. Так, хранитель, ну, неплохо. Ну, что-то по 150 слизней не особо падают. Дед Мороз. Интересно, Лазуликса вытащим. Бульдозер. Тыковка, сердцеедка. Ну, я вам скажу, не особо падают. Конечно, выпадение есть, но смотрите, какие герои падают. Чтобы там, ну, ворожай, ладно. Все, забираю свои слова обратно. Тесса, укротитель, понеслась. Опять ара. Командора, короче, все, мы поехали унижать рандомчик. Рэнки. Ну, все как всегда, ребят. Осталось только снеговика выбить еще. Купидон даже упал. Так, ну что, рандомчик? Кенди. Сердцеедка. Малышник. Ну, ничего себе. Кенди. Вот так вот конфету еще в конце словили. 30к у нас ушло. Что мы имеем? Черепа нереально выбить в последнее время. 9.15, окей, поехали дальше. Ну, снеговика ловить ради одной смены, это, конечно, смешно. Но всего лишь 9 слизней. 10. Влад Дракула. 11, пора, короче, в рейд сходить. Ну, как видите, как всегда, в районе 40к это как минимум. Давай, Лазуля, тащи. Да там рогатка еще жив, ничего себе. Так, окей. Сейчас по-любому имба какая-то вылетит нам.
под такой музончик, еще бы. Так, 450, я говорил, имба выпадет в торгу. У нас 11, ну смотрим. Неплохо, 12-13. Четырнадцать, рыцарь, суккуб, и оп. Ну, вот он. Итого 45 тысяч самоцветов, ребят. 45 косамов, ну, я не знаю, есть ли смысл получать рунки эти, талант, ну ладно, еще талант куда ни шло, но опять же талант... Чисто на архи. Если бы еще красный был против зеленых, да, но тут зеленый у нас пророк. Ну, не знаю. Честно говоря, ну, скин разве что. Скин ары. Черепа таки не выбили. Сейчас посмотрим. Посмотрим точное количество. Самое, которое мы потратили. Так, что у нас получается? 40, почти 46 тысяч. Ну, нехти. Давайте еще добьем. Let's go. Призрачный всадник. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И что, не упадет на мемба? И медуза упала. Ну, честно скажу, не знаю, оно того не стоит. Если кто-то хочет, ну, пишите без вопросов. Но не особо топовый коллекционер. Этот коллекционер не равняется с коллекционером на английском, там, где реально... Вот, мне даже скин нужен. Нифига себе. Нифига себе. Блин, этот аккаунт хуже, чем мои, блин, другие аки, жесть. Такс. Забрали мы награду. Сейчас пооткрываем плюшки. Так, что у нас здесь по плюшкам? Коробки можно не открывать. Три лазуликса. Жесть. У меня вроде питомцы здесь все есть. На английском сервере, кстати, уже полностью на максималке. И питомцы, и все. Кроме прорыва нового. Так, ну давайте посмотрим, что тут мне упадет. Супер, 5 коробок. Ну, в принципе, неплохо. Если для бездоната, я вам скажу, это очень... Да, вот видите, даже вытащили одну, один с 10. Восьмая эмблемка гнев. Ну, такое себе. Давайте еще эти. Так, семерка выпала одна. Вторая, исцеление. У, как исцеление падает. И ремочки повыпадали даже. Одна ремка, две, три, четыре, пять. Психощиты. Раз, два, три. Три психощита. Я офигею, конечно, блин. Бред, короче. Ну, как всегда, все обесценивается, поэтому... Поэтому вот так вот, ребят. На русском сервере, не знаю, я уже не раз вам говорил, что... Без донату однозначно... Есть смысл поиграть на других серверах, там немецкий, китайский, там более интересно. Вот опять смотрите. Психощит, психощит, ремка. Так, ну что, мы все эмблемы пооткрывали. Такс. Зал эмблем. Вот, ремок. Просто жесть. Пустые. Семерки. Ну и восьмерок тоже, в принципе, хватает.
для комфортной игры вполне-вполне всего хватает. В общем, вот так вот, ребят, такой вот... Так, мы не забрали там... Коллекционер. Ну, не знаю, решать вам, ну, честно говоря, по сравнению с английским сервером, там, либо другим каким-то колей, такое себе. Все, всем удачи, всем пока.